Господи, вот вошли в такую красивую аллею с солнечного дня, с жары. Представляете, это у нас в Бежице вот такой райский уголок, да? За кинотеатром «Победа» бывшим. Вот, сейчас это новое уже такое заведение. Как оно называется, вот я забыла, я вам показывала, господи. Так все название меняется быстро везде, что ты не привыкаешь, не успеваешь привыкнуть. Вы послушайте, как поют птицы щебечут. Я сейчас помолчу, а вы послушайте. Завораживает, не хочется говорить, да? Как в раме природы. Как у Господа, ты пришел к Господу, ты понимаешь, что такой маленький ты. А над тобой вот хозяева, вот леса этого, вот эти обитатели, вот эти жильцы деревьев. Они тут главные, не мы, ребят. Ни одежды наши, ничего здесь не играет значения. Вот приходишь в лес, приходишь на природу. Вот так вот, покажите, вот так вот, вот так вот, вот так вот вверх, да. Тянься. Какая-то своя жизнь, да? Какая-то своя жизнь, удивительная своя жизнь. Какая-то удивительная, удивительная жизнь. Вот просто удивительно. У нас народ такой в Брянске. Как хочет, смеются вот над людьми. Знаете, так удивительно, некрасиво себя люди ведут. Даже в момент, когда ты снимаешь съемку, ведешь. Стрим удался. Некрасиво ведут стрим люди. Удался. Некрасиво себя люди ведут. Все у нас некоторые в Брянске. Да. Ну, мы сидим отдыхаем. Тоже отдыхаем, да. В общем-то, некрасиво, некрасиво. Вы знаете, вот, некрасиво, вот Бог выше нас, правда. Пойдем, да? Люди пьяные. Пойдем. Люди пьяные. Пойдем, они пьяные, пошли. Пойдем, пьяные.